Марсель, вот вы психолог же, да? Скажите, какой самый опасный человек? Это тот, кто вылез из дерьма сам, без помощи родных, без помощи близких, который сам понял, что если не он, то никто не решит его проблемы. И когда он с этим справляется, ему уже не интересны люди, которые любят обвинять других, которые печалятся, переживают, которые накручивают себя. Он уже этим обожрался, потому что он понял, что в печали нет радости. Понимаете? Угу. И когда он уже осознал, что он с этим справился, стал счастливым, богатым, он уже не будет идти в то болото, из которого он вылез. И самое страшное в нашем обществе, что мы опасных людей, самодостаточных людей, боимся, потому что они просто независимы от общественного мнения, видят цель, не видят препятствий, и учат это своих родных. Ведь в клетках он уже запрограммировал, как справляться с трудностями и как не держать фокус внимания на плохом. Поэтому опасный человек – это успешный человек в данном контексте и человек, который знает, чего хочет.